Добрый день, гости и подписчики канала. Туманное утро. Начинаю с любимчика. 110-го орбита в цвете Маттайкер. Он идеально подходит для озера Трофей. Медленно двигаюсь к мелководной части озера, чередуя его с блесной Кондор 15 грамм. На мелководье визуальная поклевка возле лодки на плавающий салмослайдер 17 грамм. Вдоль камыша решаю провести 110-й орбит. Чувствую, как шнур натягивается, уходит в камыш и ослабевает. Щука обрезает любимый воблер. Поводок стоял титановый, 15 см. Варианты. Первый. Щука промазала и срезала шнур. Второй. Шнур зацепился на скрутке поводка и при щучьей подтяжке сам срезался. Направляюсь в камыш. Прозрачная вода. Глубина 1 метр. Воблера не видно. Выгоняю щуку из камышей. Достаю медленно тонущий джекстер датской фирмы Savage Gear. 115 сантиметров, 39 грамм. Веду воблер небольшими рывочками. Джерк медленно скользит змейкой. При погружении на паузе джеркстер пролингует. Замечаю всплеск на поверхности в 10 метров от меня. Это раздраженная, выгнанная из камыша щука. Делаю в том направлении забросы. На втором атака щуки. Вот.
Отлично. Передвигаюсь по озеру, меняя воблеры и блесны, зарабатывая поклевки. День
заканчивается багряным заревом на полнеба. Всем ни хвоста, ни чешуи.